Друзья, всем привет! Короче говоря, перед вами собака породы венгерская овчарка, но правильно называется Муди. Вот такое смешное название. Такая собака здесь не случайно, потому что рядом с ней заводчик. Ну, я бы так сказал, наверное, ведущий заводчик в России Муди. Оля, наш друг. Мы с ней знакомы уже, наверное, 15 лет. 20, много лет. Много лет, да. Но самое интересное в этой истории, что с этой породой мы тоже связаны, потому что первого Муди в Россию привезла Яна, да, а второго Муди привезла... Она заразила Олю. Да, она заманила в мудящее царство. Первого привезла, значит, Яна, а потом Оля на этой почве познакомилась с Яной. Нашла владельца Муди, единственного в России, и вот теперь наша дружба длится сквозь десятилетия уже. Вот, и кроме того, что после того, как Яна уже бросила эту породу, переключилась на маленьких собак, мы стали более китайскими хохлатами заниматься, чихуашками. Потому что Яна никогда не была заводчиком этой породы. Да. Яна была просто владельцем. Владельцем. Да, у нас не было питомника, у нас просто была одна собачка. Вот. И, соответственно, Оля этим занялась, она профессионально этим, можно сказать, занялась. Ну так, это так не говорится, конечно. Ну вот, смысл в том, что эта собака, она пастух в первую очередь, да? Да. В первую очередь, это пастушья собака, хоть она и овчарка, порода выведена в Венгрии, большинство питомников в Венгрии. Давайте сначала Оле дадим слово, чтобы она представилась, рассказала, что она вообще делает и чем занимается. В РКФ нахожусь в статусе кинолога, инструктора по пастушьей службе, и вот-вот должны прийти, быть готовы мои документы, судьи по пастушьей службе традиционного стиля. Я занимаюсь с учениками своими, со своими собаками и с людьми на площадке в Санкт-Петербурге на нашей Заостровье. Там собаки наши учатся пасти. То есть тебе интересна пастьба, интересно воспитание собак в плане вот темперамента, чтобы они были послушные и управляемые как со стадом, так с человеком, да, я так понимаю? Да. Продолжаем. Давай. Не для всех наших зрителей понятно вообще, что такое пастушья служба. Или как правильно сказать? Пастушья служба, да. Да, правильно. Вот, я так считаю, что пастушья служба – это, в принципе, тоже какой-то из рангов послушания собаки, правильно? Ведь когда ты занимаешься пастушьей службой, тебе нужно, чтобы собака с тобой работала, тебя слушала и выполняла какие-то задачи, которые ты ей подаешь. Только непривычным, наверное, путем, как мы даем команду, там, сидеть, лежать и так далее, а какими-то жестами или что-то. То же самое послушание, пастьбе, в принципе. Ну, в принципе, пастьба, в отличие от просто послушания, имеет две важные грани. Значит, первое, что послушание в пастьбе всегда у собаки должно сочетаться с пониманием задачи и собственной инициативой. Абсолютно безинициативная собака никогда не может получить высокие оценки. Почему? Потому что то, как собака читает овец, человек далеко не всегда может прочитать. То есть истории под названием, особенно у неопытных проводников, которые говорят собаке лежать здесь, охранять овец, собака упорно там не ложится, перекладывается в другое место, послушанием выжимают из нее ту точку, а овцы уходят туда, где собака пыталась лечь. То есть она знала уже, что овцы намылились идти в эту сторону и пыталась. То есть опытная хорошая собака, она помощник пастуха. Не просто инструмент, ну, что-то там делающий вокруг овец, а настоящий помощник. Вот, то есть она способна к инициативе, к пониманию своей работы. Загон. Павел, работай. Работай. Все овечки зашли, закрываем. Ты, значит, занимаешься пастушьей службой и являешься заводчиком Муди. Да. Расскажи, как Муди пасут и почему Муди? Почему Муди? Это, наверное, не у меня надо спросить, а у тебя. Как так получилось? Я мечтала о бордер-колле, но мне казалось, что я не справлюсь с бордер-колле. Вот. А потом я увидела вот твой рассказ про мудей, стала про них читать и поняла, что в принципе это собака, которая с развитым интеллектом, с развитым желанием сотрудничать, взаимодействовать с человеком, но при этом попроще, менее запарная, нежели бордер-колли. В чем-то я была права, в чем-то я была не права, не суть. Но суть в том, что я в эту породу вошла плотно, накрепко. И да, это, пожалуй, самое комфортное, потому что у меня есть бордер-колли теперь. Она чудесная, прекрасная, но вот бордера мне одного достаточно вот, вот так. А Мудей вполне он. Послушный, я комментирую. Спокойный, самое главное. Мне это больше всего нравится. Ненавязчивый. Вот, да. Ты увидела собаку, как она себе вот эта? Как я его себе взяла. Представьте, как твой. Как твой был, нет? Который был прообразом Мудей. Да. Он похож? Да. Потому что ты говорил, что он везде с тобой всегда ходил. Да.
Да, без поводка мы всегда. Следовалось. Когда я у Яны давным-давно спросила, зачем ты завела, почему ты выбрала муди, расскажи мне, что ты мне рассказала. Я, может, за давностью лет запамятовала. У меня была дворняжка. Визуально фенотип муди, только что не такая кучерявая шерсть. И он у меня был белый с рыжим. Да. Вот. И, в принципе, по темпераменту вот он очень похож. Даже, кстати, внешне очень похож. Ну, кстати, да, мне кажется, у него, помню, такие ушки прямо у него были, да, я помню фотографии. И мордочка вот именно такая была, как вот у мага, потому что у моего муди была более такая наполненная, мощная голова, и костяк другой был, а вот этот больше похож. Да я почему-то реально, когда вот он приехал, мне стало с ним гулять, когда ты мне сказал, что вы приезжаете, типа, хочешь на магу посмотреть, я такая, я вспомнила сразу. Именно твои рассказы, что я просто почему захотела его посмотреть, потому что я видела, ты выкладываешь фотографию, он мне, во-первых, на фото сразу понравился, а во-вторых, ты тексты про него, рассказы писала, я как бы их тоже читала, я все читаю, и мне они тоже очень понравились, поэтому меня как бы он очень сильно заинтересовал. Я про всех твоих собак читала рассказы, но заинтересовал меня именно он. Да, друзья, Оля очень классно понимает собак, как вот, наверное, Яна тоже много учится у Оли. Яна уже давным-давно. Оля тот человек, который берется за все вопросы, и не просто по верхушкам, она во все очень углубленно узнает, именно как вот по научной подходу. Я скажу так, мы с Олей начинали вдвоем учиться, узнавать, что такое темперамент у собак. Да, да, да. Одновременно мы начали в этом разбираться и понимать, где какие косяки и так далее. Да, где-то да. Что-то, если у меня есть какие-то вопросы, где-то что-то, если мне непонятно, то я всегда могу написать Оле, и она мне пояснит некоторые ситуации. Очень многие считают Яну экспертом по всем вопросам. Ну, и у Яны есть человек, который может написать и спросить. Поэтому... Ну ладно, на самом деле мы уже давно с Яной друг другу пишем с вопросами, что у Яны один опыт очень релевантный, да, просто у меня другой. Просто у нас, да, опыты разные. Стажи идут немножко в разных направлениях. Да. Как бы, если у меня идет в основном разведение, то у нее идет на темперамент, на психику. Я думаю, когда-нибудь Олю позовем на стрим по скайпу и посидим, отвечаем на вопросы зрителей. Я думаю, будет много интересных вопросов про разведение, про собак, про пастушание. Послушание. 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 Да, симбиоз. Какие еще могут быть вопросы? Про мудей? Про мудей, да. Там. Ну, я могу, на самом деле, сейчас могу сказать только из вариантов, что у меня люди чаще всего спрашивают. Что? Да? Часто спрашивают, какие эти собаки дома. Угу. Ну, дома они в массе вот такие. В большинстве своих. Да. Дома они спят. Вот. Часто люди спрашивают, видя, что на улице они многие достаточно активны, да, что они дома такие же, ну... Дома они вот такие, они спят. Магуся вообще везде спит. Полуся у меня тоже везде предпочитает поспать. Но мы имели немножко иной опыт с этой породой. Ну, ладно, это будет уже немножко хвастовство собой, да, я-то пошла по пути развития в сторону дрессировки, спорта и рабочих качеств мы собаки. Мы просто завели красивого и не думали о темпераменте. Ну да. Мы тогда еще мало чего вообще, в принципе, знали. А я именно перебираю все питомники с позиции, где я могу взять собаку с тем темпераментом, который мне комфортен. Оля, если кому-то будет интересен муди, у тебя вообще есть в продаже муди? Насколько реально купить мальчика или девочку у тебя в питомнике? Ну, в принципе, у меня интересная позиция вообще, подход к людям, да. Я не людей щенку ищу, а людям щенка. То есть мне человек пишет и рассказывает, что он в этой жизни хочет. И если у меня есть такая собака для него, я ему ее предложу. Если нет, я честно скажу, что у меня нет. А с какого возраста ты тогда продаешь? Я продаю, ну, я в 7 недель щенков тестирую. По итогам тестирования окончательно определяю их тактико-технические характеристики. То есть 3 недели у тебя нельзя купить щенка еще? Выбрать? Выбрать нет. Сложно, да? Но 3 недели это еще маленько. Не, ну мало ли у меня может родиться 8 черных сук, ну как бы хорошо, выберите 3 недели черную суку. В общем, какие еще особенности породы есть? Ну, смотрите, я всегда стараюсь оговариваться, да, потому что сейчас, в принципе, многие, ну, за границей доступны, люди массово покупают собак за границей, есть особенности породы, есть особенности того, что делаю я, и иногда это немножко разные вещи, да, потому что если в целом говорить о породе, то очень много собак в породе, конечно, достаточно возбудимых, ну, в целом их много, да, а меня такое не устраивает. Угу. Я люблю собак такой балансных, я люблю собак комфортных, я люблю ходить с собаками в ресторан, в ночной клуб, и я это, блин, реально делаю, да, я их с собой таскаю. В ночной клуб? Да, я ходила. С собаками? В ночном клубе? Да. Там же музыка такая. У меня даже видео выложено.
Да, да, она ходит, что-то там нюхает, и гладится с кем-то. А что за ночной клуб, который пустил с собакой? А бар плюс ночной клуб. У них был День Святого Патрика. Они отмечали это с музыкой, с фотографом и публиковали эти фотки. Они у меня есть тоже от них. Класс. Вполне себе. Ну, мы-то сидели ели, я уже в том возрасте, когда в ночном клубе едят, а не танцуют. Понятно. А то мы уже хотели попросить видео, где ты поешь караоке. Не-не-не, я ем, я хожу есть. Оль, расскажи, вот меня про темперамент всегда интересует вопрос. Вот в помете, допустим, 6 щенков, и почти всегда вот в помете может быть такое, что 2 спокойных, 2 средних и 2 каких-то супервозбудимых. Это все-таки изначально заложено в генетике, или это все-таки воспитанием можно исправить? Или уже вот оно есть такой супер-гипер, и все, это уже... Нет, большинство супер-гипер, сейчас есть очень много методик, позволяющих научить собаку расслабляться и быть спокойной во многих-многих-многих ситуациях. Вот. Чем сильнее нервная система у собаки, тем это легче сделать. Чем выше адаптивность собаки, тем это легче сделать. Вот. У меня у самой есть очень эмоциональная собака, которая при применении минимального количества этих методик становится суперкомфортной, ну, очень быстро. Вот, поэтому это все есть, это просто нужно брать и работать. Это как у нас в Булле бывает такое, что есть же у нас гиперактивные собаки, но у меня, я не могу это объяснить как, но я их почему-то могу как-то гасить. Но когда эти же щенки с таким же темпераментом попадают к владельцу, для многих это как бы возникает проблема. Вот, но я не могу этого объяснить, как я их гашу, почему они у меня нормальные. Самая большая проблема, что люди очеловечивают собак и начинают воспитывать их как людей. Поэтому, а ты можешь правильно воздействовать? Я не могу объяснить, как у меня получается вот из этого шлопопового гиперактивного гасить. Есть активные собаки, которые легко гасятся в ответ на давление человека. То есть ты морально можешь надавила на собаку, может быть, они именно что гасятся. Да. А методики, если говорить именно о тренинге, да, обучающей собаку быть спокойной, они именно учат собаку спокойному состоянию, учат входить в него, учат сохранять его. Интересно. Это другие немножко вещи. Что это за методики? У тебя тоже в твоем опыте были собаки, которые не особо гасились. Такие же тоже, наверное, были. Но те, кто остаются у меня из щенков и себе вот. Сразу, они гасятся все. Ну, ты совсем, наверное, совсем таких ты и не оставляешь. Я оставляю щенков не по темпераменту. Вообще, то есть себе. Ты вообще не... Я оставляю щенков исключительно по внешним данным, если мы говорим про американского буля. Ну, естественно, если бы у меня щенок проявил какие-нибудь совсем там, как бы, с головой не в порядке что-либо, я бы его в разведение просто, не пустила. Просто есть собаки достаточно слабые, которые в ответ на излишнее давление потом могут выдать психосоматику, например. Гастриты, лизание лап и так далее и тому подобное. Вот, такие тоже так. Есть, и у меня в опыте такие были, да, неправильным тренингом слава богу, таких нету. Вот, это... Загнобили собаку, получается. Ну, чрезмерное давление. Да. Но на самом деле у меня есть один такой владелец, я вижу, что он очень сильно давит собаку, но я не знаю, как ему об этом сказать. Что, излишнее давление? Да, излишнее давление. Я по собаке вижу, что это не мой... Возможно, он уже узнал себя. Ну, я думаю, что вряд ли он себя узнал, потому что я ему никогда на это не указывала, но я вижу, что собака под чрезмерным именно вот моральным давлением находится, и вижу, что ей не очень комфортно. Вот. Ну, это действительно, то есть, понимаешь, здесь ситуация в чем? Если у тебя собаки в среднем хорошо реагируют на твое давление, это большой плюс тому, что ты делаешь, да, потому что это тоже селекционируемое качество. И есть собаки, которые массово, ну, плохо реагируют на давление. Угу. Вот. То есть либо развиваются другие формы, заместительные формы девиантного поведения. Да? То есть если она была гипервозбудима, она может перестать быть возбудимой, начать, например, что-то грызть сильно. Да? Ну, куда-то ей нужно сливать вот это вот свое состояние. Угу. Вот. Поэтому именно когда речь идет об обучении, то там собаку учат именно быть расслабленной. Когда собаке не хватает ресурса, чтобы под давлением успокоиться, да, она вот этот свой темперамент ей куда-то слить-то надо. Ну, чтобы собака могла этого не делать, у нее должен быть достаточно большой запас прочности. Вот смотри, у булей есть такая фишка, что они примерно где-то месяцев с 9 и примерно где-то, может быть, лет до 2
знаешь, вот есть картинка такая в интернете про хаски, да, что хаски в этот период превращаются в тиранозавра. Это, по-моему, про бордер-колли я такое видела, про кого только не видела. Вот, и булли, короче говоря, тоже из этого же списка, потому что очень многие владельцы мне начинают писать именно в этот промежуток времени, что ой, мы не справляемся, ой, собака там неуправляемая, ой, собака начала писать там на диван, на кровать еще куда-то, ой, собака там еще что-то делает. Но потом такое получается, что вот срок этот проходит, и собака вдруг резко меняется, резко становится, ну, более спокойная, угу. Перестает вот делать эти вещи, которые вот делала вот до этого, из-за чего мне писали владельцы, что они не справляются. Вот что это такое, собака? Интересно, это молодость. Ну вот я им так же всем говорю. Ну нет, на самом деле это правильно. Вы же не ждете от 16-17 там, летнего подростка мудрости, послушания. То есть пока он маленький ребеночек, он берет вас за ручку и говорит: мамочка, ты самая прекрасная, да? Самая красивая, самая умная, лучше всех готовишь. Магуся, получил, да? Димась, аккуратней с собачкой. Что ты там, вцепился в него, что ли? Да. Иди, иди. Он как нашу Виту берет за ручку. Иди, иди, иди. Как? Спокойно отреагировал, даже не рыкнул. Ну и правильно. Да, пришел ко мне жаловаться, жаловаться. Пришел, да, обижает, мальчик обижает. Иди. Иди, иди. Так, и что дальше? Вот. Потом наступает какой-то возраст, в котором оно, я сама могу. Я сам. Мага? Мага, сам пришел. Вот. Я сам самый умный, я самый сильный, я лучше вас знаю, что нужно делать. Потом, по мере взросления, приходит понимание, что как бы и при, ну, правильных отношениях с собакой, что нет, владелец умнее, владелец хитрее, владелец больше знает, больше умеет, владельцам безопасно, интересно, комфортно и так далее. Вот. Это просто обычное взросление. Ты ему гуляс хочешь вырвать, да? Смотри-ка. Такие интересные подрядные. Ну, Дима, аккуратней. Давай глаза ему не будем отрывать. Шерсть можно, а глаза не надо. Ну и смотри, Олес, он можем убрать куда-нибудь на ручки. Мак, лизни его, он у тебя отстанет. Пцуй его, и он у тебя отстанет. Ну, Мак очень терпеливый просто. Вот знаешь, что с ним девки делают? Что хотят, то и делают. Ну, окей. Это ультразвук был. Мне кажется, нам это прямо даже для чего. Аж отряхиваться начал. Это слишком громко. Дим, куда ты пошел? Залезай. Дима. Дим, нельзя сюда. Сына. Куда сбежала собака, да? Сына. Дома, короче. Иди сюда. В микрофон прям. Поэтому собачки проходят период взросления. Как правило, малосоидные собаки, да, типа булли, у них он более длительный. Ну, просто в силу физиологии. Расскажи про твое направление в племенной работе. На самом деле, если я недавно пришла к идее диверсификации. Это как? Племенной работы. То есть у меня планируются отдельно вязки, это под спортработу, отдельно вязки более компаньонских собак, которые, ну, может быть, не будут обладать прям выдающимися какими-то рабочими качествами, но будут очень удобные и комфортные. Ну, по идее, вот это вот направление, которое не спортивное, оно и есть как бы собака-компаньон, собака для семьи. Ну, скажем так, у меня другой набор требований. Не как декоративные собаки. Какие у тебя требования? К собаке-компаньону она все-таки должна быть... Декоративных собак, как правило, требуется достаточно высокая инфантильность. Да, они должны вызывать у людей ощущение «я твоя мамочка», да, ты деточка. Вот. Мои собаки-компаньоны, ну, то, что хочу я, да, то, что нравится мне, это все-таки зрелые собаки, которые способны именно на компаньонскую работу, а не быть, ну, сыночком, доченькой и так далее, да, то есть собака для этого все-таки должна быть не особо инфантильная, с определенным там, ну, способностью к принятию решений, к выстраиванию скорее партнерских отношений, нежели отношений зависимости от этого. Да, Магусика. Ты так наблюдаешь за Димасиком, да? Говорит, он сейчас мне оторвет глаз или нет? Какой семье подойдет Муди? Смотря какой. Вот он, вот, допустим. Могусенька? Да. Я не знаю. Ян, тебе подойдет? Мне подойдет. Я его готова взять. На самом деле, Могусика у меня хотели взять 4 человека. У меня муж, который всю жизнь орал, никогда в жизни в нашем доме не будет кобелей. Кобели — это фубе.
ну, мальчики. Ну, это понятно. Да. Вот, да. Есть такие люди, которые, ну, как, точнее сказать, собачники тоже делятся на два лагеря. Да. Кто-то любит девочек, кто-то любит мальчиков. Да-да-да, он не хотел никогда кобелей. Он больше склонялся, да, к тому, что да, он больше. Ну, он вообще категорически не хотел в доме мальчиков, но, Оля, увидев магу, он сказал мою. У тебя есть мнение, кто лучше, мальчики или девочки? Постоянно спорят, ну, вообще по темпераменту, мальчики или девочки? Да, на самом деле, смотрите, есть породы, это, кстати, есть породная определенная зависимость, есть породы, где половые различия. Тоже нельзя слово «половые», да, говорить? Он сидит вот как вот на картинке у меня в этом энциклопедии. Вот, половые различия выражены сильно, есть, которых не сильно. Те, в которых индивидуальные различия выражены сильнее, чем половые. Вот у Муди индивидуальные различия выражены сильнее, чем половые. То есть вот эти все истории про то, что сука хитрая, там кобель простой, девочка хитрая, кобель простой и прямой, разбивается об то, что у моей, ну, ныне старшей собаки Нюши, хитрой, очень хитрой собаки, которую периодически называют собака с пейсами, за ее, не только за ее подвесы на ушках, но и за ее соответствующий характер, вот, у нее и сыновья такие же. Хитрый, хитро сделанный, ужасно. И моя там самая старшая, ныне покойная Эрика, простая, прямая и незамысловатая, у нее и дочери, и сыновья такие же были. Короче, ты с этими стереотипами не согласна. Она же объяснила, есть породы, где половой диморфизм выражен сильнее гораздо. Какие заумные слова. Ну ладно, половой диморфизм. Сори. Все поняли, да? Это различие между мальчиками и девочками, не только первичные, но и вторичные. Ну, я, в общем-то, на всех стримах на такие вопросы отвечаю, что у нас тоже нет разницы, булли мальчик или булли девочка. Потому что у нас как девочка булли может быть спокойная, покладистая, так и мальчик может быть точно такой же. И так же, как и девочка может быть сорвиголова, так же и мальчик может быть такой же. Я кобелей люблю больше, я кобелиная мама, поэтому я кобелей люблю больше. Я могу сказать точно, что я рада, что у меня появился кобель, он, правда, у меня недолго совсем живет. Конкретно мага, он приехал с фермы, он приехал в апреле только в Россию, жил на ферме, не видел города. Да, ну, начал с того, да, что ты его купила уже взрослым, да, нищенком. Как? Ну как купила? Я его не купила, он у меня в аренде. Ну, да, неважно. Да, да, да. Взрослым, взрослым. Взрослым. Яна, давай расскажем, что мы были на прогулке несколько часов назад и как себя там вел мага. Так, друзья, вот Муди идет просто рядом с хозяйкой. Не отходит ни на шаг. Вот так должна вести себя тренированная собака, а точнее она такой и родилась. И не отвлекается, посмотрела на меня такая, и да ну нафиг. Это мальчик было показать. Ну, посмотрела. Собака. Мы сейчас идем специально, говорят, девчонки, пока Яна хочет посмотреть на реакцию, чтобы не шла к другим собакам без разрешения. Видите? Ему очень хочется, он даже звуки издает, но мама не разрешает идти к другой собаке. Поэтому мы прошли мимо, выдержанно, и забыли. Тоже прикольно. Опа! А я остановился, он решил, что со мной можно. Мама позвала и пошел сразу же. Я его отвлек все-таки. Забавно все. Но мама только сделала. Ага, он подумал, что он со мной теперь. Ну, мне понравилось то, что, во-первых, он не отходит от Оли вообще. Максимум на 3 метра отойдет, тут же догоняет сразу же. Идет постоянно рядом, даже без команды. Практически не реагирует на других собак на улице, не реагирует на людей, то есть он никому не подходит, никуда не бежит, не реагирует ни на самокаты, вот у нас самокаты мимо проезжали, ни на коляске, с коляской спокойно рядом шел, то есть вообще настолько вот устойчива у него психика, что ему все в принципе фиолетово. Максимум, что где-то резкий звук, он поднял ушки, посмотрел и все, и пошел дальше. Это при том, что он с Олей всего несколько месяцев. Да. Апрель, май, июнь, июль. Да. Три месяца. И уже такой, как будто с ней. И это при том, что он вырос на ферме. Ну, то есть он не видел большого города. Он города не знает. Там и машины бибикали, и сигналили. Да. Ну, то есть мы по шумной улице здесь прошлись. Как по мне, так это вообще шикарнейший показатель для собаки. Муди морда. Чего? У Булли, к сожалению, такое редкость.
Ну, бывает же, наверное. Редкость, но бывает. Бывает. Причем по щенку сразу видно, что когда... Нет, не очень видно и не всегда. Но причем, знаешь, у меня что у були чаще всего? Вот були может... наши живут в деревне, растут, родились, выросли. Mm-hmm. Я взрослую собаку беру, допустим, везу ветклинику в город. Первый раз он едет, он боится, никуда не идет, ничего. Вот как бы в ступоре mm-hmm. собака. Второй раз приезжает, третий, и потом уже, он уже идет, о, клиника, да, я ее знаю, уже идет спокойно. Это называется нормально. Адаптивность, это очень хорошо. Меня больше всего интересовали вопросы именно по темпераменту собак. Вот это вот для меня самое важное. Ну вот, кстати, на тему выросли в деревне, у меня, получается, я же не так давно переехала за город, вот, и у меня зона, где сейчас, по сути, еще и никто не живет, да, идет активная застройка, и у меня есть... Ровесница, кстати, моя, Анечка моя, которую я привезла из Венгрии. Вот. Да. Отдай свое ухо Димасику. Магусь. Иди сюда. Ну, Мага начинает ему сигналы вот эти демонстрировать. Типа, я хороший, не обижай меня. А, ну ладно, тогда. Вот. Ну, я просто, ну... Я чувствую, что... Ну, не, то есть он начинает активно Димасику сейчас демонстрировать сигналы. Я хороший, не обижай меня, да, и не делай мне больно. Нет, делать-то можно, просто не делай там мне больно. Не обижай, да. То есть вот он начинает облизываться, лапку задирать, вот эти все демонстрации. Иди отсюда. Не будем нарушать психику ребенка и собаки. Вот, пошел, почему ушел? Ищет место, где спрятаться. Не, ему все равно интересно. Он же таких маленьких не видел никогда. Где бы он их увидел? Вот он лучше. Вот он лучше. Дима, столько не надо его за. Начинается все. Магучка. Просто в жизненном опыте маги люди, в принципе, понимают то, что он им хочет сказать. А тут маленький получается. А он пытается все-таки объяснить. Ну, я как бы хороший, вот, ты тоже хороший. Давай не будем друг друга обижать. Я тебе даже не знаю. Так, о чем мы говорили? Вот, мы говорили о собаках, о том, как они растут не социализированными, mm-hmm. как это сейчас модно говорить, да. А вот, хотя на самом деле сейчас социализация называют немножечко не то, что ей на самом деле является. Вот, а когда собака врождена с крепкой, хорошей психикой, с высокой адаптивностью, она быстро ко всему привыкнет. Да.